Вряд ли вам расскажу, почему надо бояться музеев. Можно рассказать много разных историй, почему их надо бояться, но на самом деле все они не имеют никакого значения, пока сам зритель не почувствует это. Если почувствует, слава богу. Зритель, он же будет проходить от одной картины к другой картине. И тоже как бы реакция на одну, ну, на разные картины, разные реакции. Человек, который смотрит в зеркало, он же немножко не такой, какой на самом деле. Не знаю. Наверное, у вас тоже бывают такие моменты. Вы подходите, кто это? А, это же я. Там и сразу так, пуп. Вот, а теперь это действительно я. Ну, картина, как в неком смысле, она становится как бы, ну, живой. То есть это, в принципе, возможность для людей увидеть себя со стороны. Вот. Потому что, если мы предположим, что искусство вводит людей в катарсис, то и вот они попадают в этот катарсис, а потом увидят себя, ну, такими, какими они никогда себя не могут увидеть. Зритель смотрит на картину, а картина смотрит на зрителя, исследует этого зрителя. Наше дело же не делать выводы. Наше дело ставить вопросы, а выводы – это дело зрителей.